войны. Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру. Августа 1699 года на рейде Таганрога под строгим взором Петра I прошел первый смотр-парад российского флота. В нем участвовала эскадра из 10 кораблей, 2 галер, 2 бригов, 4 шлюпов, вооруженных 23 пушками. Сначала был проведен смотр кораблей вооружения и личного состава эскадры. На следующий день это военно-морское соединение было разделено на 2 части и состоялись первые двусторонние учения российского флота. На третий день маневры продолжились.